Как сегодня 19 августа 2015 года. Площадь Свободы Харькова. Так, ватников в этом городе больше нет. Здесь поддерживают Украину. Так что, ватники, помните, Харьков – это Украина. Как вы видите, сейчас в Харькове правые секторы. Конечно, в прошлом году мы его едва не потеряли. Благодаря правому сектору Харьков мы защитили. Поддерживает Крым.